Дожди, доставившие много неприятностей жителям региона в начале лета, сменились жаркой и солнечной погодой. Выбираясь на природу, необходимо помнить, что пожароопасный период пока никто не отменял. О правилах поведения в лесах нашей съемочной группе рассказал инспектор Государственного пожарного надзора по Люберецкому району Сергей Зубков. Жаркие месяцы – это не просто период, в который сотрудники пожарного надзора и лесного хозяйства борются с возникновением природных пожаров. Это еще и время, когда отдыхающие на природе должны быть особенно аккуратны и помнить, что там запрещено бросать окурки, жечь костры, оставлять мусор. Какая-либо стеклянная тара или даже пластиковая бутылка, которая наполнена водой, она под лучами солнца может сыграть роль увеличительной линзы, в результате чего может произойти также возгорание. За прошедшее время пожароопасного периода в Люберецком округе было привлечено к административной ответственности порядка 20 граждан за неправильное поведение на природе. За нарушение требований это и выжигание сухой травянистой растительности, что категорически запрещено, и разведение костров и сжигание мусора на территориях, которые расположены ближе, чем 50 метров от каких-либо объектов защиты. Если вы обнаружили возгорание в лесу, необходимо сразу вызвать пожарную охрану через единую дежурную диспетчерскую службу 112 и принять посильные вам меры для тушения огня и спасения людей, если они находятся рядом с пожаром. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.